Так, всем добрый день. Скажите, меня видно, слышно? Меня видно, слышно? Так, отлично. Это хорошо. Всем добрый вечер. У нас сегодня третья лекция. Приятно со всеми с вами познакомиться. Наконец-то я присоединилась к вам. 2 дня меня заменял Валерий Вячеславович. Спасибо ему за это. У меня не было возможности. Кто не знает, еще раз зовут меня Елена Ветрова. Я являюсь руководителем проекта по развитию спортивных прыжков через резинку, президентом Федерации спортивных прыжков через резинку и директором спортивной некоммерческой организации «Территория здорового спорта». Кто-то уже знает о проекте, кто-то уже даже из наших слушателей внедряет занятия по прыжкам через резинку. Но вначале, думаю, было бы неплохо рассказать вам, в принципе, о проекте хотя бы достаточно коротко. Как он начинался, как развивается, какие ближайшие планы. Значит, начал он развиваться 2 года назад. Как раз в апреле 2021 года мы впервые побывали на международной спортивной выставке в Гостином дворе в Москве с презентацией нашего проекта. И оттуда мы считаем такой, скажем так, официальный старт развития проекта. Но поскольку 2021 год, вы все знаете, был тоже с карантинными ограничениями, поэтому сильно мы не продвинулись, больше велась работа по сбору, скажем так, фольклора, упражнений, разработки методического пособия. Но мы все равно смогли активно поучаствовать в 2021 году в фестивалях, в каких-то спортивных и детских мероприятиях. И активная фаза развития проекта уже началась в 2022 году. В прошлом году мы участвовали в форуме «Сильные идеи для нового времени» и представляли там наш проект. Из 20 тысяч проектов наш проект вошел в топ-1000, и мы были приглашены на форум, после чего получили рекомендательное письмо от Агентства стратегических инициатив с тем, чтобы поддерживали наш проект государственные структуры в том числе. И с поддержкой к нам вышел фонд поддержки социальных проектов. Также получается, что в прошлом году мы участвовали со своим проектом в конкурсе стартапов Московской области и стали финалистами конкурса «Стартап года». И если уже говорить о каких-то конкурсах, то сейчас мы как раз участвуем тоже во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре», который проводит Министерство спорта Российской Федерации, проект «Спорт. Норма жизни» и нацпроект «Демография». Мы вошли туда в лонг-лист из 4600 проектов, были отобраны 250 проектов, и из них 2 проекта было наших. Один проект – это по мастер-классам, он называется «Лучший урок физкультуры». Кстати, название
Название ему дали сами дети после каждого нашего мастер-класса. Они говорят, что это был лучший урок физкультуры. Мы проводим мастер-классы в детских садах и школах Москвы и Подмосковья благодаря поддержке «Патриот Спорт». Это один наш проект как раз с мастер-классами. А второй проект, он был по адаптивным прыжкам через резинку. Этот проект только начал развиваться, потому что внутри всего проекта по развитию спортивных прыжков через резинку. Он только начал развиваться, но могу сказать, что просто проделана была уже определенная работа. Мы с мастер-классами выезжали и в коррекционные школы, и школы с инклюзивными классами, и были в летнем лагере по направлению как раз-таки физкультурно-оздоровительный. Он был по нейрокоррекции. И мы сделали вывод о том, что очень было бы классно с учетом того, что игра несет очень хорошую нейродвигательную коррекцию, как раз-таки прыжки через резинки использовать как метод нейродвигательной коррекции. И, кстати, прошлой осенью один из детских садов Подмосковья в марафоне педагогических достижений как раз-таки участвовал с мастер-классом по прыжкам через резинку как инновационный метод нейродвигательной коррекции. То есть мы в этом направлении. Вчера был вопрос по поводу занятий с детьми ОВЗ. Мы начали в этом плане активно работать, потому что понимаем всю важность этого направления. Тем более, что, повторюсь, с учетом колоссальной такой нейродвигательной коррекции прыжков через резинку, он очень хорошо подошел бы деткам с ОВЗ. Я сделала отступление. Вот эти два наших проекта, они попали в лонглист, то есть выбраны были 250 проектов. И сейчас уже отобран шортлист. Это 25 проектов в 5 номинациях. И в номинации «Дети в спорте» мы как раз в пятерке. Завтра, кстати, будет финальная защита перед очень серьезными экспертами, и председателем жюри является сам министр спорта Олег Матыцын. Поэтому для меня завтра будет очень важный день. Но в любом случае, проект развивается, проект идет вперед. Если говорить о глобальной цели проекта, то мы хотим зайти как учебный модуль в образовательных учреждениях, и мы к этому готовимся и разрабатываем учебно-методическое пособие. Говорилось о том, что у нас есть методическое пособие, по нему и школы, и детские сады свои дополнительные образовательные программы как раз-таки и разрабатывают, но вот к тому, чтобы прийти как учебный модуль, мы готовим уже более такую серьезную, скажем так, программу. Уверена, что мы к этому придем и достаточно быстро. Так, в прошлом году была создана Межрегиональная федерация спортивных прыжков через резинку. В нее, в ее состав на данном этапе входят 3 региональных отделения – Московская, Свердловская и Орловская. На данном этапе формируются, и я думаю, что в каком-то ближайшем обозримом будущем будут сформированы региональные отделения во Владимире, в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Так, если можно, я на вопросы тогда отвечу после того, как совсем завершу, и мы почитаем вопросы, и обязательно на них отвечу. И, кстати, два слушателя точно у нас есть из Владимира. Напишите, пожалуйста, свои города, и, может быть, как раз-таки в том числе, помимо тех, кого я знаю, кто обучается, вот Екатеринбург, замечательно, в вашей области есть региональное отделение. Москва, да, москвичей очень много. Хотелось бы еще посмотреть и регионы. Вот Санкт-Петербург тоже. Отлично. Вот можно рассмотреть и возможность вашего вхождения тоже в состав региональных отделений Федерации. Я считаю, что на данном этапе, вообще, когда создаются молодые федерации, это очень перспективно, с учетом того, что достаточно быстро можно не только как тренер, да, реализоваться, но и как судья, и как член оргкомитета, то есть как-то вот продвинуться именно в этом направлении. Ну и плюсом мы всегда как бы помогаем своим региональным отделениям и членам федерации в каких-то там, ну, в методическом, скажем так, материале, в целом в проведении каких-то мероприятий. И еще одним плюсом региональных отделений, безусловно, станет то, что мы сейчас активно начинаем участвовать в каких-то грантовых конкурсах, и именно под региональное отделение готовы делать эти конкурсы, заявки, точнее, на конкурс, чтобы, ну, получить оборудование для региональных отделений, на проведение каких-то мероприятий самостоятельных, на те же самые проекты там по проведению мастер-классов. То есть здесь уже идет такая, ну, более тесная работа с вами, скажем так, взаимовыгодная. Будем вместе развивать это замечательное направление. Я уверена, что все, кто у нас на курсе слушатели, они, ну, заинтересованы в этом. Тем более все мы из той истории, когда прыгали сами в резиночку, знаем, что это такое и как это не хватает сейчас нашим детям. И как на самом деле дети счастливы, и как им нравится очень эта игра. Вот, кстати, хотела сказать, что совсем недавно, получается, в марте, один из детских садов тоже Подмосковья участвовал в городском методическом объединении с прыжками через резинку. И в апреле проходил спортивный фестиваль, семинар, тоже на их же базе, с приглашением заинтересованных участников, управления образования. И, кстати, из Владимира тоже приезжали, из Москвы, то есть из Павлов Посада. Спортивный фестиваль они организовали очень интересно в рамках проекта «Преемственность». То есть была команда детского сада, была команда школьников и была команда родителей. Вот. Потом на семинаре мы обсудили тоже, скажем так, планы развития, какие-то вопросы, какие были у приглашенных. И что хочу сказать. Очень понравилось, значит, в этом детском саду, когда они готовились к этому спортивному фестивалю, родители настолько включились в этот процесс, и им так понравились тренировки на тренажере,
что родилась идея создать секцию на базе детского сада для родителей с нового учебного года. Вот это вот прям очень-очень круто. Вот, ну, в целом я рассказала. Так, ну вот, здорово. Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Москва, Березники. Отлично. Ну, то есть география присутствует, это замечательно. Так, сегодня, значит, наша тема с вами основные правила спортивной игры. Я сейчас открою презентацию. Так, когда я открываю презентацию, я не вижу, видна ли она вам или нет. Может кто-нибудь сказать голосом, видна ли вам презентация? Да, все видно. Отлично. Так, значит, основные правила спортивной игры. Прежде чем перейти к правилам, просто не смогла вести предыдущие две лекции, и я на самом деле еще в процессе, скажем так, вернусь к каким-то моментам, которые обсуждались в первой и второй лекции, чтобы где-то что-то прояснить более детально и на чем-то сделать акцент, на чем не был сделан акцент. И прежде чем я просто дополнила сегодня презентацию, значит, определенными терминами, которые мы должны знать, чтобы понимать, о чем мы вообще как бы говорим, да? Что такое упражнение, что такое комбинация упражнений и что такое связка. Упражнение у нас состоит из элементов. То есть это может быть прыжок, поворот, зацеп резинки и так далее. И он и упражнение имеет четко выраженную исходную и конечную позицию. То есть, допустим, упражнение, оно состоит из нескольких, получается, составных частей. Упражнение может быть и только прыжком, например, березка, когда, ну, вы все знаете то, что вот мы прыгаем на высоте, наверняка березку точно знают все, что это за упражнение. Вот там исключительно идут прыжки. А некоторые упражнения идут с прыжком, с поворотом, с зацепом резинки. И вот эти вот все элементы, они и формируют одно упражнение. И когда мы будем дальше с вами рассматривать, допустим, особенно для детских садов, упрощение упражнений, то мы как раз-таки будем говорить о том, что упражнения можно поделить на составные части и отработать сначала, потому что детки меньшего возраста, им как бы сложнее бывает некоторые упражнения сразу воспроизводить целиком, да, то мы их делим на составные части. То есть отрабатываем один элемент упражнения, потом отрабатываем другой элемент упражнения, а потом соединяем. И это у нас целиком упражнение. Что такое комбинация упражнений? Это совокупность упражнений, элементов упражнений. То есть там может быть не целое упражнение, а только какой-то элемент и связок. Соединений с четко выраженными начальными и конечными элементами. Комбинация считается соединение трех и более упражнений. Что такое связка или соединение? Это согласование упражнений и элементов упражнений между собой. Мы тоже будем об этом говорить, особенно когда будет у нас тема по фристайлу. Замечательная вообще тема, это моя самая любимая спортивная дисциплина. Надеюсь, все понятно. Но если что, посмотрю потом, были ли вопросы в чате, и разъясню.
Итак, значит, спортивные прыжки через резинку – это лично-командная спортивная игра, включающая в себя комплекс прыжковых упражнений на резинке различного уровня сложности. Соответственно, соревнования подразделяются на личные и командные. В личных соревнованиях результаты и места засчитываются каждому отдельному участнику. В командных соревнованиях только командам. Но это, в принципе, как в любом виде спорта. Уровень, ранг, программа и расписание по дням соревнований определяются положением о данном соревновании. И, соответственно, положение составляется организацией, проводящей соревнования. Спортивные дисциплины. Значит, кто-то, кто уже знаком с... кто уже внедряет, возможно, сейчас удивиться, что у нас появилось 5 спортивных дисциплин. До этого было 4, и мы сейчас добавили еще одну спортивную дисциплину, она называется «Баттл». Сейчас поподробнее расскажу о каждой спортивной дисциплине. Значит, первое. Самое главное – это отборочная дисциплина. Она предполагает выполнение заданной базы упражнений в трех формах. То есть прямоугольная, V-образная и X-образная. Я надеюсь, что в принципе понятно, о чем идет речь. И все мы помним, что прыгали не только, когда резиночки прямо были натянуты, но и была V и X-образная форма. Напишите, если понятно, если кому-то непонятно, то, возможно, там какой-то визуал добавим. Значит, вторая дисциплина Battle – это выполнение заданной базы упражнений. Форма резинки в данном случае будет прямоугольная, с изменением высоты и ширины резинки. Я думаю, по самому названию более-менее понятно, о чем идет речь, то есть... Здесь уже будут идти соревнования, скажем так, на высоту до максимума. Об этой дисциплине я наименьшим образом сегодня расскажу, потому что, повторюсь, я решила о ней сказать, но пока по ней не доработано, скажем так, никак будет судиться, никак это, ну, скорее, никак будет судиться, пока мы в процессе определения, как это будет выглядеть. Значит, дисциплина «Скорость» – это выполнение прыжков на скорость из исходного положения боком к резинке, упражнение «Березка». И отводится на нее 30 секунд. Фристайл – это произвольная программа продолжительностью до 40, до 45, 60 и 75 секунд в зависимости от возрастной категории. То есть там будет зависеть дети, юниоры или взрослые. Если дети, ну тоже детальнее буду потом рассказывать, если дети, то до 45 секунд, если юниоры 60, если взрослые, то до 75 секунд. Это составленная комбинация упражнений кратно 8 под музыку. И парный фристайл – это отдельная командная дисциплина, произвольная программа синхронного выполнения в парах, продолжительностью также до 45, 60 и 75 секунд в зависимости от возрастной категории. И это тоже составленная комбинация упражнений кратно 8 под музыку. Квалификационные уровни. Значит, спортивные дисциплины, отборочная, фристайл и парный фристайл имеют 3 квалификационных уровня. Профессиональный уровень класс А, повышенный уровень класс Б и базовый уровень класс С. В зависимости от ширины резинки классы делятся на подклассы. С нумерацией 1, это базовая ширина 30 см, на которой чаще всего тренируется ребенок. А вторая ширина 45 сантиметров,
вернее, второй получается подкласс, это ширина 45 сантиметров, и третий подкласс это ширина 15 сантиметров. Таким образом, базовый уровень, класс С, он выполняется на высоте 10 сантиметров. При этом подкласс С1 высота 10 сантиметров, ширина 30 сантиметров. Подкласс С2 высота остается также 10 сантиметров, ширина 45 сантиметров. Подкласс С3, высота неизменная 10 сантиметров, ширина 15 сантиметров. То есть вы поняли, да, что подкласс, ему присваивается определенная нумерация, нумерация в зависимости от ширины резинки. Повышенный уровень класс B выполняется на высоте от 20 до 50 сантиметров. И профессиональный уровень выполняется на высоте от 60 до 80 сантиметров. Ну и, соответственно, в классе B и в классе A все то же самое. B1 подкласс базовая ширина 30, B2 ширина 45, B3 это ширина 15 сантиметров. Ну и то же самое касается профессионального уровня класса A. Отборочная дисциплина, фристайл и парный фристайл могут выполняться в любом квалификационном классе. Высота и ширина резинки для выполнения спортивной дисциплины определяются спортсменами самостоятельно и могут отличаться при выполнении отборочной дисциплины, фристайла и парного фристайла, но должны быть в рамках одного квалификационного уровня. О чем идет речь? Допустим, у нас повышенный уровень от 20 до 50 сантиметров. То есть, если спортсмен решил проходить отборочную дисциплину на высоте 20 сантиметров, это не означает, что фристайл он должен потом приходить тоже на высоте 20 сантиметров. Он может выбрать высоту 30, 40, 50, но именно в рамках вот этого квалификационного класса. То есть 60 он уже не может выбрать, то есть это должен быть один квалификационный уровень. Надеюсь, тоже понятно. Если нет, сразу пишите вопросы. Просто буду потом дальше зачитывать их и пояснять. Спортсмены из одной команды могут выступать в спортивных дисциплинах на разных коллекционных уровнях. То есть, что касаемо спортсменов, даже это если одна команда, выбирать они могут любой квалификационный уровень. Спортивная дисциплина скорость не классифицируется, выполняется на базовом уровне. То есть там четко идет высота 10 сантиметров и ширина 30 сантиметров. Система бальной оценки за выполнение спортивных дисциплин в классах А, Б и С измеряется квалификационному уровню, а также имеет повышающий коэффициент в зависимости от высоты резинки. Тут вы понимаете, да, почему мы говорим о том, что можно выбрать одну высоту, можно выбрать другую высоту. В зависимости от высоты идет повышающий коэффициент, который, собственно говоря, увеличивает итоговый балл. Отборочная дисциплина представляет собой выполнение заданных упражнений в прямоугольной форме. И здесь идет разное количество упражнений для разных возрастных категорий. Для детей 3 упражнения, для юниоров 4, для взрослых 5. В V-образной для детей 1 упражнение, для юниоров 2, для взрослых 3. И X-образной форме для детей 1 упражнение, для юниоров 2, для взрослых 3. Таким образом, в отборочной дисциплине всего упражнений у детей будет 5, у юниоров 8, а у взрослых 11.
Упражнение всегда выполняется из исходной позиции. Мы это тоже с вами будем говорить, когда будем говорить о тренировочном процессе и подготовке к соревнованиям. Заданные упражнения в отборочной дисциплине и дисциплине баттл утверждаются оргкомитетом соревнований. То есть они не всегда одинаковые. Из раза в раз, от одного соревнования к другому соревнованию, они будут немного меняться. Возможно, все упражнения, возможно, часть упражнений. Но утверждается это до соревнований. Ну и, собственно говоря, эти упражнения в отборочной дисциплине являются базовыми. То есть тоже будем об этом говорить, как правило, будут из различных групп движений. В зависимости от возраста участников, цели, задач соревнований, в них могут быть включены и другие дисциплины. Ну вот как раз-таки это из правил соревнования, и мы решили добавить и прописать вот дисциплину еще баттл. Поэтому, опять же, в зависимости от соревнований могут быть, может не быть, допустим, того же самого парного фристайла, или может не быть батла, но в принципе вот основные спортивные дисциплины — отборочная, скорость и фристайл — это обязательные дисциплины. Соревнования проводятся в каждой дисциплине только в том случае, если есть три и более заявок участников команд. Дисциплина личного зачета. Это отборочная дисциплина. Время дисциплины не нормируется. Это дисциплина скорость. Уже говорила, запоминаем, 30 секунд. И фристайл до 45, 60 и 75 секунд. Когда мы будем говорить о судействе, мы в том числе поймем, почему ограничено по времени, в том числе. Все эти дисциплины входят в индивидуальный общий зачет. И один и тот же спортсмен должен участвовать во всех трех дисциплинах. Вот я, как уже сказала, это обязательные дисциплины. Дисциплина командных соревнований. Отборочная дисциплина, времени нормируется, скорость 30 секунд, фристайл и парный фристайл. В общий командный зачет входят все дисциплины, кроме парного фристайла. Спортсмены из одной и той же команды должны участвовать во всех дисциплинах, чтобы быть квалифицированными для участия в общем командном зачете. Парный фристайл – это у нас отдельная командная дисциплина. То есть она стоит особняком. Соревнования парного фристайла оцениваются отдельно. Так, и количество спортсменов здесь 2. Пока мы тоже остановились на том, что это парный фристайл, а в соревнованиях это выглядит, как ставятся 2 тренажера рядом, и спортсмены пропрыгивают фристайл одновременно. Вот. Но, в принципе, у нас есть мнение по поводу того, что было бы круто в дальнейшем делать и с участием 3 спортсменов, 4 и, возможно, 5. Так, возрастные группы. Значит, как я уже сказала, 3 возрастные группы – это дети, и они делятся еще на 3 возрастные подгруппы. Это дети 6-7 лет, вторая подгруппа 8-9 лет и третья подгруппа 10-11 лет. А юниоры делятся на 2 подгруппы: 12-14 лет и 15-17 лет. И взрослые
18, тоже две подгруппы, 18-29 лет и 30+. Что касаемо взрослых, то, ну, я буду тоже опять же об этом говорить, то они могут участвовать в любой возрастной подгруппе. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного минимального возраста до даты официального начала соревнований. Максимальный возраст для возрастной группы юниоры спортсмен должен достичь в календарный год проведения спортивных соревнований с 1 января по 31 декабря текущего года. Для командных соревнований возрастная группа определяется по возрасту самого старшего спортсмена команды. Это означает, что в командных соревнованиях спортсмены могут участвовать в любых возрастных категориях. Исключение составляет возрастная категория 30+, где все спортсмены должны быть 30+. Спортсмены в возрасте старше 30 лет могут соревноваться 18+. Это о чем я сказала буквально минуту назад. В дисциплине парный фристайл спортсмены должны быть не моложе 10 лет. А гендерные категории. Для личных соревнований гендерные категории определяются следующим образом. Женский пол – все женщины. Мужской пол – все мужчины. Смешанная категория – участвуют и мужчины, и женщины вместе. Для командных соревнований гендерные категории определяются женский пол – все женщины, мужской – все мужчины, смешанная категория, по крайней мере, один мужчина и одна женщина. Любой пол, любая комбинация. В случаях, если у одной возрастной группы, одной гендерной категории достаточно заявок, чтобы провести соревнования, 3 и более, а в другой возрастной группе этой же гендерной категории нет, то их объединяют вместе. Объединение возможно только в двух ближайших возрастных группах. Если две разные гендерные категории одной возрастной группы не имеют достаточного количества заявок, 3 и более, то они будут объединены вместе в смешанную категорию. Для участия в личных соревнованиях, это что касается состава команды, команда может состоять из любого количества спортсменов. Командная, участвующая в любом командном общем соревновании, может состоять из 4, 5 или 6 спортсменов. Значит, команда парного фристайла всегда состоит из 2 человек. Так, это наши контакты. Я надеюсь, что все, кто пришел на наши курсы, в принципе, уже знакомые с нашим сайтом посмотрели и подписались ВКонтакте на нас. Если нет, то вот можно посмотреть либо по адресу, либо отсканировать QR-код нашего сайта и ВКонтакте. ВКонтакте мы даем много полезной информации, в том числе и каких-то таких вот, ну, из разряда обучающих видео. Так, скажите, меня видно? Отлично. Замечательно. Ну что, приступим к вопросам. Так, ну вот по поводу приобретения пособий на сайте прыжки-через-резинку.рф. Помимо прочего, там много другой интересной информации и, в принципе, отображение по развитию, скажем так, нашего проекта. Заходите. Так, хотелось бы визуала по X-образной и V-образной форме. Угу. Что касается, скажем так, каких-то видео. Я обещаю,
что выходные, просто ближайшие дни у меня тоже будут прям очень напряженные, и я собиралась подготовить для вас какое-то, ну, показать видео, да, где-то какие-то разъясняющие, чтобы вам было проще, понятнее. И на выходных я подберу для следующих лекций на следующей неделе и обязательно покажу. Но вот если прям так совсем на пальцах, прямоугольное понятно, да? V-образное это у нас получается, когда, ну, в нашем случае, если брать на тренажере, то на одной стойке резинка зафиксирована, а не на двух. А с другой стороны на двух. То есть получается V-образная такая форма. Не все упражнения подходят под V-образную форму, поэтому они у нас там классифицированы. И, кстати, вот по этой классификации очень просто двигаться, в принципе, от старта, скажем так, занятий. Прям берете от простых упражнений, там по методическому пособию, и пошли первое, второе, вот прям как они по порядку там прописаны. И по поводу V-образной и X-образной. X-образной тоже понятно, это как бы вот натягивается резинка вот таким образом. То есть X-образно. Но покажем визуал. И там можно не выдумывать, собственно, отработаны все упражнения, и понятно, ну и сразу, то есть есть упражнения, которые можно прыгать на X-образной форме и на V-образной, потому что очень много упражнений, которые ну, просто невозможно в этой форме прыгать. Так, хотелось бы побольше вопросов, честно вам скажу. Потому что я понимаю, что когда информация воспринимается просто на слух, а потом, когда решаешь вести занятия, и сразу они появляются. Давайте максимально попробуем, чтобы этого у нас не осталось после курса. Чтобы было все-таки ну, как бы максимально все понятно. Очень бы хотелось этого. Задавайте вопросы, можно голосом. Даже голосом приветствуется. Что вам еще рассказать? Я могу долго на самом деле говорить, в том числе оборудование там же на сайте прыжки через резинку.рф. Это компания «Родной спорт». Она под эгидой также нашего проекта. Оборудование имеет сертификат соответствия, поскольку мы опять же идем к тому, чтобы войти в рекомендуемый перечень оборудования для образовательных учреждений, которые утверждает Минспорт и Министерство просвещения, чтобы, ну, скажем так, безбарьерно для государственных учреждений его приобретать. Вот что хотелось бы сказать, дополнительно по тренажеру. Он имеет специально форму соты, потому что центрует площадку. Это очень важно для, скажем так, скоординированного выполнения упражнения. Когда ребенок видит, ну не видно, как я показываю, но когда ребенок видит углы соты, он зрительно понимает, что он находится в центре, и он должен
четко выполнять, ну, если только есть ряд упражнений, которые предполагают перемещение, скажем так. Но в основном все упражнения выполняются в центре тренажера по центру резинки. И, соответственно, он координирует свои действия и прыжок зрительно, видя эти углы основания тренажера. Сам тренажер выполнен из массива бука. Он экологичный, покрыт льняным маслом. Он прошел тестирование по безопасности, выполняется по ТУ, то есть все соблюдено для абсолютно безопасного, скажем так, его использования. Он регулируется очень легко по ширине, по высоте. И что могу еще отметить, и это говорят те, кто, допустим, занимался просто с резинкой, а потом начал заниматься с тренажером, это очень дисциплинирует детей и максимально привлекает мальчиков. Мальчики любят такие вот технологичные станки, это прям 100%. Поэтому, если хотите набрать в секцию пацанов, то обязательно должен быть тренажер. А в каком случае выполнение упражнений не засчитывается судьями? Если оно не выполнено, мы по судейству будем говорить завтра. Полностью не засчитано упражнение, если только оно, ну, скажем так, не выполнено. А все остальное это в любом случае как бы снижение баллов. Но это так. Но завтра мы постараемся максимально подробно об этом поговорить. И, может быть, я, если успею, то подготовлю, ну, возьму какое-нибудь просто видео и попробуем сразу потренироваться, дать оценку, где-то что-то подскажу по упражнениям, но это было бы интересной такой практической работой, я думаю. Давайте еще вопросы. Давайте еще вопросы. Я очень жду в чате. Кстати, в личном кабинете все разобрались, все увидели предыдущие лекции, материалы. Тренажер стоит 30 тысяч. Он сборно-разборный, он очень мобильный, эргономичный, то есть его можно как стационарно поставить, так и, допустим, для тренеров, которые проводят, если это не в рамках учреждения, а, предположим, просто открыли секцию не знаю, в каком-нибудь ЖК. Да, на улице можно, причем из бука он по свойствам практически как дуб. Вот. И на самом деле вы его можете, если это закрыто и никто его не унесет, то можно оставлять на улице на все лето абсолютно безопасно, с ним ничего не будет. Он очень хорошо пропитан, и поэтому как бы никакой деформации, скажем так, не произойдет. Поэтому это можно и в лагерях очень активно использовать. И не договорила про, допустим, открытие секций просто в каких-то жилых кварталах. Там, да, допустим, вы снимаете там в каком-то спортивном клубе помещение, не знаю, в фитнес-клубе. У нас просто была секция именно такая в нашем жилом корпусе, и мы, кстати, открыли ее буквально за неделю, дали рекламу, ну, рекламное объявление в
в группе ЖК, вернее, нет, в соцсети ЖК, и в группе ЖК разместили объявление и буквально за неделю набрали группу. То есть, и мы туда просто приходили, ну, наш тренер, приносили тренажер, собирали, разбирали до начала, после занятий, вот, и все, и уносили. Ну, где-то можно оставлять. Ну, то есть я к тому, что он настолько мобильный, что легко переносится, легко, ну, либо может стоять стационарно. Планируете ли вы карточки именно с картинками? Вот знаете, кстати, я вам хочу сказать, очень хороший опыт. Они просто тоже на городском методическом объединении как раз показывали это. Хороший опыт обыграть карточки. Вот наши карточки, да, они получаются со схемами. Со схемами и там название упражнения. А, значит, они с детками занимаются, показывают им карточки со схемами, а потом показывают карточки с картинками. И на картинках, допустим, упражнение там бабочка, да, и на картинках, соответственно, бабочка. Упражнение там березка, на картинке березка. Они просто взяли эти картинки, скачали из интернета именно по названию упражнения. И как раз-таки это идет вот очень такая хорошая связка, когда в одном случае дети запоминает схему упражнения, а в другом случае по картинке, видя, что это березка, они вспоминают схему. И то есть и они сначала пропрыгивали по одним карточкам, доставая их, какая там карточка досталась, и ребенок выполнял это упражнение. А затем им педагог давала карточки с картинками, с картинками. И, соответственно, уже видя на картинке, они вспоминали, как это упражнение называется, и, соответственно, как оно прыгается. Это вот прям очень хороший эффект дает, и я прям рекомендую, когда будем говорить, опять же, про проведение занятий, это очень хороший, особенно для дошколят, такой метод, скажем так. Вот, ну, возможно, не знаю, у нас сейчас готовится следующее обновленное с ребрендингом, скажем так, карточки. Ну, мы там не делали картинки, но, возможно, стоит. Подумаем. Но пока, я повторюсь, можно, тем более там не обязательно же все упражнения, в любом случае для детей некоторые, ну, для дошколят, они будут сложными, и упражнений 10, которые вы будете проходить, ну, месяца 2-3 для дошколят, это 2-3 месяца, то можно просто из интернета картинки скачать. И это будет здорово. Обязательно детские сады используйте этот метод. Когда планируете еще мастер-класс? Елизавета. У нас мастер-классы запланированы. Запланированы до конца года. Мы сейчас тяжеловато на них выезжаем по ряду причин. Просто с учетом того, что и вот в последние 2 месяца, чтобы вы понимали, я проходила 2 образовательных акселератора. Один как раз-таки фонда поддержки социальных проектов, очень интенсивного и очень интенсивного
который в рамках всероссийского конкурса «Ты в игре» на базе Российского международного олимпийского университета. И там даже не хотелось лекции же пропускать, потому что такие спикеры, и так все очень круто, и такую дают пользу. В общем, в Москве мастер-классы обязательно будут, обязательно продолжатся. Вот, и вы нас в любом случае зовите. Вот. А по формированию уже графика и как будет получаться, уже, скажем так, по факту. Вот. Мастер-классы у нас, правда, удивительные, правда, очень классные, и в восторге и дети, и учителя. Причем некоторые учителя даже удивляются не то, чтобы, говорят, мы... Это не то, чтобы, говорит, мы там как-то не используем какие-то, не знаю, дополнительные возможности. Говорит, мы всегда что-то пытаемся своим детям показать новенькое. То есть они у нас в этом плане, достаточно, скажем так, это у них есть. Говорит, разнообразие уроков физкультуры. Но, говорит, прям ваш мастер-класс, это было что-то удивительное в том плане, что дети действительно в восторге. Мы были в одном шестом классе. Это прям такой был интересный опыт в том плане, что класс, как сказать, я вообще не использую, скажем так, в своем лексиконе слова там сложные дети, трудные дети. Я прекрасно понимаю, что эти дети, они просто где-то закрыты по большей части. И вот мы приехали в два шестых класса, которые как раз-таки вот были абсолютно закрытыми. Они пришли с телефонами, они были вообще практически там без форм половина. И такие посмотрели на нас из серии «И что? Что вы нам хотите тут показать? Мы вообще как бы не собираемся особо ничего делать». Через 15 минут эти дети прыгали, эти шестиклассники, которые сначала просто даже, знаете, как, когда они как-то косо даже друг на друга смотрят, если кто-то как-то начинает активничать, вот из этой серии. А после мастер-класса остались еще прыгать. Делали с нами селфи, подписались потом на нас ВКонтакте, написали пост о том, что спасибо огромное за эту игру, и нам было так приятно, вот честно. Вот это такая история, которая, вдохновляет серьезно. Когда раскрываешь таких вот закрытых детей, не готовых изначально, в принципе, на какой-то контакт, когда ты их настолько раскрываешь в этой игре, это действительно очень большой потенциал игры. Так, будем ли мы знакомиться с карточками и упражнениями? А давайте попробуем. Я не планировала, но давайте. Как-то я подумаю, вот этот вот формат хорошо. Но только на следующей неделе. Так. Так, кстати, в Москве будут мастер-классы, очень хочется попасть. Значит, сегодня нас пригласили 19 мая. Это стадион «Москвич», по-моему.
Я сейчас могу что-то, возможно, напутать, но в любом случае, опять же, вот подписывайтесь ВКонтакте обязательно. Там мы дадим анонс мероприятия, и там будет большой фестиваль школьного спорта. Это проводит Москомспорт, и мы там тоже будем участвовать с мастер-классом. У нас будет площадка, скорее всего, с 10 до 15 часов, вообще все мероприятие с 10 до 18, поэтому приходите. Помимо того, что напрыгаетесь, мы там будем устраивать еще такие импровизированные батлы, будем дарить подарки. Поэтому приводите целые классы, мы будем рады всем. Отслеживать, когда и где проводим мастер-классы, можно только по факту, скажем так, ВКонтакте мы выкладываем там видео, фото, какие-то отчеты. Вот. А в целом, ну, у нас просто есть как бы график, мы не пишем, потому что мы же ездим. Одно дело, ну, как бы это разные вещи. Это, допустим, участие в каких-то мероприятиях, спортивных фестивалях и каких-то детских праздниках, где у нас там площадка с мастер-классами, где наши девчонки-спортсменки показывают упражнения, и все, кто хочет присоединяться, хотят всегда очень много, на нашей площадке всегда активно, и где можно, скажем так, посмотреть это, пощупать, попрыгать самим. Вот. И мастер-классы, которые мы проводим именно в образовательных учреждениях, дошкольных и школах, это другая история. Мы туда приезжаем либо в рамках урока, вместо урока проводим такой мастер-класс, как правило, с одним классом, но бывает так, что очень сильно упрашивают и проводим сразу одновременно с двумя классами. Кстати, вот опять же, что касается, допустим, того же самого оборудования, есть такое некоторое, скажем так, заблуждение, что, допустим, на большой класс, там, где 30 человек или группа в детском саду 30 человек, что, ну, там, я не знаю, дети не напрыгаются или мало одного тренажера или что-то еще. Это абсолютно заблуждение. За урок за 45 минут или за час, допустим, если это секция, то абсолютно напрыгаются. Ну, секция, конечно, если это не урок, а там платная секция, то, безусловно, там лучше ограничиться, если, допустим, с одним тренажером, то это 8-10 детей. Это норма. Вот больше уже нет, потому что там вы должны уделять все-таки внимание уже более сконцентрированное, да, каждому. И ребенок, соответственно, должен за тот же самый час в секции ну, отработать по максимуму. В рамках уроков физкультуры или какого-то там физкультурно-оздоровительного часа даже для группы 30 человек вполне. Ну, а если два тренажера, то это вообще прям идеал. Мы с двумя тренажерами проводили для 80 человек. И, ну, безусловно, хотелось после уроков еще. Ну, у нас всегда все хотят и еще попрыгать. Но, в принципе, как бы пропрыгали по 4-5 раз абсолютно точно из 80 за урок. 45 минут, и мы еще берем, что мы делали разминку. И, в принципе, знакомились. Так. Оставляли заявку на мастер-класс. До нас так и не доехали. Да, вот я говорю, что месяца полтора у нас, ну вот, были сложности с этим. Я обязательно вас отмечу, посмотрю,
Можете написать мне, если есть ВКонтакте или какой-то другой телефон, или там с нашего сайта. А меня слышно? Или, Добрый вечер. ну, в принципе, вы можете писать мне и на личный номер. Я его обычно даю. Не жалею. Вот. Напомните, какая школа. Я посмотрю, в общем, и свяжусь с вами. У нас есть, кто-то, может быть, вступил, кто-то не вступил в телеграм-канал учебного курса. 21.14, хорошо, помечу. Есть телеграм-канал учебного курса, куда можно... Красноярск. Если очень хорошо позовете, поселите и покормите, возможно, приедем. Красноярск, ну, круто, конечно. Давайте там региональное отделение откроем. И тогда точно приедем. Замечательно. Значит, телеграм-канал есть учебного курса, куда можно добавиться. Там мы вообще не спамим, там мы даем только исключительно важную информацию по курсам и отвечаем на вопросы, которые, если у вас появились. И, кстати, я спросила по поводу того, что все ли нормально, все ли увидели по предыдущим лекциям в личном кабинете. Потому что у некоторых были проблемы с поиском, я знаю, и я там подсказывала. Вот. Надеюсь, что все хорошо. Так, ссылку на телеграм-канал. Я могу ее прямо сейчас в чат скинуть. Если это удобно, это удобно. Вот ссылка на телеграм-канал. Угу. Можно ВКонтакте всегда писать. Всегда всем отвечаем. Всегда готовы подсказать, помочь. Личную консультацию провести. Готово. У нас сейчас еще скоро в Керчи будет тоже открываться секция. Вот, кстати сказать, там... Это даже не совсем секция, а очень интересно. Там открывает... такие занятия по прыжкам через резинку. Педагог-психолог, нейропсихолог. И, ну, она, скажем, такая будет, ну, как раз-таки занятие по нейродвигательной коррекции. Вот я бы так это назвала, скорее всего. Она очень заинтересовалась этим. И вот... скорее даже ее не как спортивную, ну,
с элементами, понятное дело, спортивной, и были у нее мысли даже по поводу того, чтобы вступить в федерацию. Но вот так интересно, как нам в проект вообще попадают именно нейропсихологи. Это прям, ну, такая, мне кажется, вообще, в принципе, уникальность, если брать, ну, какие-то виды спорта и спортивные игры. То есть, ну, я, например, не слышала, чтобы какой-то из видов спорта мог похвастаться тем, что их активно используют, их игру активно используют нейропсихологи. Нашу активно используют. А у нас закупали оборудование и ведут занятия руководитель психолого-педагогической службы одной из школ Москвы. То есть вот именно там и занятия спортивные проводятся, но по большей части, то есть и взяли они именно для психолого-педагогической службы. Это ценно. Поэтому потенциал у игры очень большой. Именно поэтому мы прям будем настаивать на том, чтобы это включили в учебный модуль. Так, друзья, больше вопросов нету. Если нет, то давайте тогда будем завершать, да? Если готовы завершать и вопросов нет, поставьте плюсики, можете сердечки. Отлично. Здорово. Все, тогда будем прощаться до завтра. Мне завтра ни пуха, ни пера. Всего доброго тогда. До свидания. Завтра 18:40. Благодарю.